с этим замечательным ансамблем «Les Masters» сейчас поем вместе. Мы довольно часто вместе поем. Вот. Репертуар мой может для кого-то показаться неожиданно устроенным, ну, для тех, кто не знает. Вот. Но я люблю петь и пою иногда, в том числе и публично, старую советскую 30-х-50-х годов, такую старую советскую лирику, включая годы войны. Вот. Потому что это песни молодости моих родителей. Для меня это очень важно. Я к этому отношусь практически не рефлексивно, не критично, а вот так к чему-то такому, что сопровождало мое детство. Вот, сейчас мы споем несколько. Тебя на детскую.